деревне Кожевина Нижегородской области освящен храм в честь святого благоверного великого князя Александра Невского. Чин великого освящения возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Примечательно, что в этот день в церкви служили еще 4 архипастыря. Валентина Баныкина и Ирина Жукова дружат уже 20 лет. Женщины говорят, что они практически неразлучны. Куда пойдет одна, туда и другая. Вместе они часто посещают и богослужения. На освящение новой церкви в честь святого благоверного князя Александра Невского Ирина и Валентина специально приехали из Богородска. Очень красивый храм, только благодати, столько бы и силы у нас прибавилось. Очень хорошо. Мы сюда приехали и стояли, сами себя не чувствовали. Нет, он стоим на земле, нет, он на небе. Между этого, какая служба была, такой больше нигде мы не слышали, не видали. Церковь рядом с селом Кожевинное Богородского района была построена по инициативе местных жителей. Владимир Федорович Люлин – один из благотворителей и попечителей, которые приняли активное участие в возведении храма. И строим мы его 2,5 года. Это недолго. Это очень короткий срок. Все удивляются, что так быстро и хорошо построили. Это проект такой типовой. И действительно, церковь по похожему проекту скоро должны осветить в Дзержинске. Но главная особенность Александра Невского храма в Богородском районе – росписи, выполненные иконописцами мастерской Алексея Анциферова. Нижегородцам хорошо известны их работы. Именно художники этой мастерской трудятся над росписью кафедрального собора. Чин великого освящения храма совершил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Ему сослужили епископы Нижегородской митрополии. Сегодня мы уже по традиции Дима Евангелия освящаем храм в честь святаго великого князя Александра Невского. Мы видим, какой он благолепный, множество народа здесь. И мы верим, надеемся, что этот храм станет духовным пристанищем для многих людей на своем жизненном пути. В честь освящения храма митрополит Георгий и прихожане Александра Невской церкви посадили на территории храма липовую аллею.